Полицейские Благовещенска раскрыли дело о налетах на пивные магазины. Неизвестные люди в масках разгромили 4 торговых зала в различных районах города. Амурские правоохранители вышли на след подозреваемых благодаря тщательному анализу записей с видеокамер. Собрав необходимую доказательную базу об их причастности к нападениям на торговые точки, сотрудники уголовного розыска и специального отряда быстрого реагирования провели операцию по задержанию данных граждан. В течение 3 часов 5 участников нападений задержаны в различных районах Благовещенска. Во время обысков у всех задержанных были изъяты биты, металлические пруты и маски. В ходе расследования выяснилось, что некоторые участники нападений могут быть причастны к совершению ряда других тяжких преступлений.